завязал с нектаром и амброзией. Дай мне сигу, весь я год как бросил, не обезболит ни один допинг. Всех историй года спрос и тоник, завязал с нектаром и амброзией. Ну что теперь, насыпь мне место до воспоминания. Дай мне сигу, ведь я бросил кофе в тоник, влей. Бариста, наливай мне. Ситуация, стол и субстанции. Год 812, год 15-й. С нами паца два из провинции. В интонациях сарказмы, амбиции. Они с малых лет друзья, чисто свет и тьма. Типа инь-янь, циник и добряк. На двоих одна судьба, как тени толкай. Ну а пока базары на повышенных тонах. Темный, как всегда, льют сны декаданс и харизма, как яд жжет пылью глаза. Светлый, знай, сидит, улыбается. Он как синий без греха, но слишком сильный контраст. Прога виснет, и над диалогом на секунду всплывают иконками годы жизни. Кто подсадит кого на штыри, воржа из них неважно. Мемуар, ошибка выжившего, который завязал с нектаром и амбро. Дай мне сигу, ведь я год как бросил, не обезболит ни один допинг. Всех историй под эспрессо тонет, завязал с нектаром и амброзией. Ну что теперь, насыпь мне место для воспоминания. Дай мне сигу, ведь я бросил кофе в тоник, влей. Бариста, наливай мне. Ну вот здесь тоже такое, да, интересный момент происходит. Здесь как будто нейросети уже становятся, собственно, воспоминания самого Мирона. Потому что вот эта история, да, с Ромой Англичанином, да, и как мы помним, что Оксимирон там винил его за то, что он его там какого-то погибшего товарища, да, от передозировки подсадил на наркотики, вот, и здесь вот этот момент, кто посадит кого на Штырева, ржа из них, неважно, мемуар, ошибка выжившего, потому что в итоге погибли они оба, и выживший только Мирон, да, такая вот, и здесь нейросеть уже, мне кажется, это вот момент, возможно, который был страшный для самого Мирона, потому что здесь нейросеть уже показывает ему, что ты думал, что ты контролируешь меня, заставляешь меня конструировать эти бессмысленные рифмодрочерские тексты, да, сибас в чили, съебался чилить, там вот это вот все. Но вот сейчас я применяю тот же механизм и компоную текст из твоих воспоминаний. Из вещей, которые, да, для тебя важны. Вот тут снова, да, пересечение у нас мы видим с Солярисом Лема, как вот мыслящий океан поступал, вот так же поступает и нейросеть. Она с каким-то сокровенным, да, с сокровенными воспоминаниями, она обращается с ними как просто с обезличенным бессмысленным текстом. Хороший трек. Очень интересная. Такая вот душенька. Цифровая душа.